Теперь давайте сюда обратимся. Итак, обрезка этого года. Посмотрите. Пришла весна. Ну, я вам показывал. Сейчас у меня минус 9, ночью обещает минус 15. Так, это еще самый мягкий прогноз. Вот это. У нас все местное есть. Если 8 вечера минус 9, что будет ночью? Итак, значит, я начал обрезку на того, чтобы на второй год повторились эти же черенки. Для этого нужно отрезать ветки, правильно, двухлетние. Если бы я вот эти ветки вот так отрезал, вот так вот, вот здесь, а я их потом отрезал, вот смотрите, видели? Я не болтун, я их потом не отрезал, но продам вам раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять прекрасных черенков академика. Суперсорт я называю. Но это учеба, вот это выбрасывается. Видите, сколько, даже вот такой черенок выбрасывается. Никакой халтуры. Раз, два, три, четыре, пять. Это все костер идет. Так. Ну, я бы вот эти бы был, допустим, кто-то из ученых бы сейчас, академик, нашелся бы один настоящий, который это, ну как бы сказать-то, еще хоть может нового ловить. Он тоже скажет, срочно к железу. Вот. Ведь он еще не все сжег. То, что я показывал костер, это только половина. Вот. Так вот, быстро все, что вот это, все, что он еще не срезал, и все, что срезал до такой степени, чтобы все было выкуплено. Все. Вот. И самое главное. Самое главное. Вот. Если когда-то это случится, ну, интересно, в каком веке, я все говорю, в каком году, в каком веке такое может случиться. Вот. Вот это вот, вот это вот, вот это вот. Должно быть во всех институтах страны и во всех вузах, чтобы студентов учили по-настоящему, чтобы студент посадил эти косточки своими руками, и чтобы знал, что стоит только заглубить, через 3-5 лет дерево умрет, о чем он сейчас и знать не знает, и преподаватели не знают. Сегодня мне позвонил товарищ и сказал, я продаю книги, у меня есть приоритетная книга. Он назвал фамилию. Вот. Сказал, что это самое, какой маленький тираж, я сказал, у меня есть эта книга. Вот. Но дело в том, что я вас не поэтому не куплю. Дело в том, что там автор написал, что заглубить нужно, сделать по-родски. Так и написано. 10 сантиметров. 10 сантиметров. Вы представляете? А у меня непростой путь был. Вот, сколько он погубил, даже не и сейчас такой, раз в книге это есть, значит, он сейчас не знает причину массовой гибели. А книгу издал. Вот так вот. 10 сантиметров. А любой будущий студент должен что делать? Правильно, любой будущий студент должен вот те самые косточки посадить сам. Вот это все, 100 с лишним банок должны быть выкуплены у меня. Если в стране найдется хоть один здравомыслящий, хоть один, сегодня нет, и до сих пор таких не было. Чиновники, они тем более ничего не понимают. Вот. Попытки обратиться к Путину, к Лукашенко, еще пару, знаю, этих самых журналистов, причем специальным образованием, никто не понял. Ну все как в этом, знаете, это еще раз, третий раз. Этот, как называется, сейчас скажу. Анекдот. Пришел и жаловался жене. Дети не, это не тупые. Я им рассказал теорему Пифагора. Они не поняли. Второй раз рассказал, не поняли. Третий раз рассказал, сам понял. А они тупые так и не поняли. И вот я жду, когда кто-то поймет вот это. Идем дальше. Дальше начинается обычная жизнь. Смотрите. Человек попросил прокомментировать вот это вот. Вот. Он нашел где-то такое и говорит, может быть, и мне так сделать. Здесь, ну, допустим, прочитаем его письмо. Вы не пробовали прививку окулировкой в торец ветки? Я нашел такой вариант в двух источниках. И с одного смог вытащить рисунок, который прикрепил к этому письму. Мне кажется, это хорошая идея.
по быстрому заживлению обрезной ветки. Не совсем уверен описание в Диего краткое, буквально через все. Хотел узнать ваше мнение. Сергей Куменков. Дело в чем. Я внимательно пригляделся. Обычно проблема у этих самых. Вот такие вот сейчас покажу. У нас фантазия у людей богатая, она даже не богатая, нет, она даже богатейшая. Вот давайте заглянем, что такое настоящая схема прививки. Вот. Схемы, почему вот тут оно было и куда оно могло деться? Куда-то, почему заткнуло вот это? Что же делать? Допустим, мы немножко весной, осенью. И опять эта зараза. Ничего, я упрямый. Где, какую еще посмотреть? Это нам не надо. А то я сразу ругаться начну. Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта «Здоровый мир». Сегодня мы снова в гостях у Петра Савельевича Шалкова в его питомнике «Новинка». Да, что-то случилось непонятное. Петр Савельевич нам, да, принимает приглашение. Жаль, я так хотел туда попасть. Там, где все схемы. А я еще упрямый, потому что это вопрос важнейший. Я хотел объяснить свою мысль. Вот они, схемы, наконец-то. Смотрите внимательно. Вот столько их придумано. Фу, обрезки, господи, на черта мне сюда смотреть. Лучше сразу плеваться. Схемы прививки. Плодовых деревьев. Смотрим. А, вот они. Нашлись. Теперь посмотрите. Вот. На большинстве из них существует вот такая вещь. Вот когда вы видите вот такое, да? Как бы вы ни запрививались, а всегда в центре прививки, вот здесь вот, торец голый, и сюда идет мороз. И ничего вы с этим поделать не сможете. Вот. И так как я это объяснял, наверное, тот, кто мне прислал эту схему, он считает меня своим учителем, он хочет поделиться, вот сколько схем, он хочет поделиться еще вот такой. Вот, то есть нашел. Видите, получается, да, вот этот щиток, номер один, вот он. Он якобы перекрывает всю поверхность. Так? И получается, вот этой беды уже нет. Вот этой, что торец голый. Так. И у него должно быть вот здесь по этому срезу, вот видите, эта кромка камбия, вот она. Она должна совпасть вот с этой кромкой камбия. И все это прижится, и вот эта почка проснется и начнет расти вверх. Значит, я в таких случаях говорю, если у вас задатки, изобретателя, садовода. Пожалуйста, вы нам потом продемонстрируйте. Почему я в принципе против? Вот. Такое. В этом есть что-то, необычное, да? Ювелирная работа. Очень сложно вот здесь кромка вот эти кромки, чтобы совпали. Ладно. Я тогда, знаете, что взял? А вот это самая обычная вещь. Вот. Я вам показывал, как бывает, когда торец остается голый совершенно. Самая распространенная прививка, учеба есть учеба, которую я вам не советую заниматься, это прививка почкой, прививка щитком, прививка глазком, окулировка. Называйте как хотите. Элементарно. Но вопрос время. В это время еще, видите, вторая половина лета, в это время находится еще очень зеленый листик. Причем листик полагается этот уничтожить. Обратили внимание? Щиток прекрасно прикладывается, а максимально. Максимально. И вот этот способ считается самый эффективный. Я знаю
прекрасного садовода в Минусинском, в этом, в Абакане, мы дружим. Вот. Он говорит, я в день делаю 300-500 прививок. Ну, не один, только 4 руки. Вот. И призываемость у него 100%. Он профессионал настоящий. Вот. Но у него получается так. Вот здесь вот я добиваюсь идеала. Его дело санкции продать, он их продает. Вот здесь вот получается, я ничего не придумал, вот посмотрите внимательно. Вот она в центре, черешок отрезанной ветки. Если ветка отрезана, почка не вызрела. И теперь, даже если она приживется, вот как здесь справа, видите, справа, почка прижилась, но она уже никогда не будет полноценной. Все. И дерево никогда не будет полноценным. Потом мы выше где-то в этом районе. Вот она жилась, вот. Сейчас чуть-чуть убавлю. Смотрим на правую, вот она, хорошо видно. Где-то выше полностью отрезаем, и через этот торец сюда погонит мороз. И вот именно это качество прививок почкой я не переношу на дух. Я взял, собрал таких снимков, где явно видно вот это вот такая рана, а тут вот такой росточек. Вот такая рана. Таких много, и они такими прямо продаются. Вот. Вот с этим я и воюю.